Что бывают такие моменты в работе, всегда, когда ты показываешь свой номер, ты всегда работаешь по-разному, и день ото дня не бывает все одинаково. Вот так и сейчас получилось, как бы, вроде бы мастерство актера дал, вроде бы трюки все жонглировал без завала, но все равно вот иногда как-то, знаешь, духовно получается, насколько ты себя завел, вот столько ты можешь прям вот выдать. Сейчас я вести себя духовно не смог на все 100. Ну, где-то вот на 85 это все. Молодец. Мы старались. Жонглёру не надо себя на 100% заводить, потому что от этого теряется концентрация. Нормально, я вот так буду говорить. Одним глазом, потом вторым, потом ртом. Был один рот. В общем, Денис молодец. Вот так вот. Давай еще раз скажи. Я вот сказал. Просто один рот. Я два раза не говорю. Обойдешься. Скажи еще раз, ты плохо вышел. Нет, еще раз, там ракурс не тот. Пожалуйста, еще раз скажи. Давай, Дэна, бицуху покажи. Бицуху? Да. Вот бицуха. О, смотри, какой это. Вот это бицуха, я понимаю. Давай еще раз. Да, ну-ка, бицуха. Ну, во, вот это бицуха. Всем спасибо, старался.